там тоже, значит, серьезных не было вообще, но желающих поплавать целая куча. Поэтому еще раз начинайте, печатайте листовочки по выходным дням, особенно с утра, давайте привлекайте волонтеров наших, молодежь, раздавайте, рассказывайте, чтобы у нас не было повторения тех лет. И отдельно тоже по образованию. Еще раз, в каждой день начинается, в каждой школе рассказ о том, что лед это может провалить, и что вылезти оттуда очень сложно. Вот этот первый лед, который только образовался на заливе, ну, спасатели фактически с самого утра до самой ночи только и занимались, что переезжали с одной части на другую часть залива, так как детвора только там их убрали со льда, смотрим, на другой стороне начали дети опять выходить на лед. Только с детьми закончили, пошли рыбаки. То есть мероприятия проводятся, но тем не менее, все понимают, все знают эти деньги. Детвору нужно выходить, а взрослым просто нужно еще раз просто объяснять, что какие последствия могут быть. Дети лучше понимают. Там где-то возможно.